Всем привет, канал Сидней Онлайн. Меня часто спрашивают, как мы в Сиднее платим за проезд и сколько это стоит, какая система. Вот, сейчас у нас ввели такую систему, оплата по карточкам. Вот существует такая карточка, называется Opel Card. Вот, с помощью нее оплачивается, в принципе, весь городской транспорт. Это метро, train, это автобусы, басы, это ferry, паром и light rail, это трамвай. Вот. Значит, система работает как? При входе и при выходе я прикладываю карточку к специальному считывателю. Считыватель считывает станцию, на которой я вхожу. Также пикаю при выходе, он считывает станцию, на которой я выхожу. В зависимости от дистанции разный тариф. Ну, соответственно, автобус это или трамвай, или еще что-нибудь, тоже тариф разный. Более того, разный тариф еще в разное время суток. То есть есть, скажем, пик. Есть часы пик утром и вечером, где тариф выше. И днем, там, поздно ночью. Мне часы пик тариф, соответственно, ниже. Поэтому еще в зависимости от этого будет считываться разная сумма. В моем случае я езжу на работу на метро. Получается, езжу на достаточно большое расстояние и плачу за одну проезд $4.82 или 84 цента в одну сторону. Эту карточку можно пополнить в терминалах пополнения через банковскую карту прямо в метро, либо наличными в Niche Agency, если это там, где газетки продают всякие. Либо, конечно, через интернет, тоже с помощью своей банковской карты. Либо также через приложение на своем телефоне. Android, либо Apple Phone, без разницы. Сейчас я покажу, как эта система работает. Как вы видели, все достаточно просто. Надо подойти к терминалу, приложить карточку, и двери волшебным образом открываются. The train on platform 1 goes to Penrith via Chatswood. First stop Macquarie Park, then North Ryde, Chatswood, then all stations to North Sydney, then Milsons Point, Wynyard. Вот даже есть такие машинки, где можно купить билетик бумажный еще с помощью на карточке, либо монеток. Вот старая машинка, видите, тут надо выбрать кнопочками откуда куда едете и внизу забираете свой билетик. Но сейчас такие билетики уже практически не действуют, все переходят на вот эту систему Opal. Вот видите, здесь немножко другая система входа-выхода. Я просто вот прикладываю карточку и все, и прохожу. Как вы видите, турникетов нигде нет. У Opal карточки есть еще одно такое интересное преимущество. Если вы ездите 4 дня подряд на работу, то есть это 8 поездок, да, то остальные все поездки в течение этой недели будут бесплатные. То есть в пятницу ничего считаться вам не будет. То есть все поездки, все на любом виде транспорта будут бесплатные. Это тоже такой бонус. Как вы видели, на этой станции турникетов нет. И сразу может появиться вопрос, а можно ли зайти на такую станцию, где нет турникетов, бесплатно, и проехать до такой станции, где нет турникетов, тоже бесплатно там выйти. Как бы да, можно. Некоторые так делают на свой страх и риск. Однако ходят контролеры. У них такой есть аппарат специальный. Они просят всех прикласть свою карточку к этому аппарату. И как бы так они видят, зашли вы или не зашли. То есть так они отлавливают зайцев, да. А еще на некоторых ключевых больших станциях стоят полицейские вместе с контролерами, когда люди переходят с одной платформы на другую.
выборочно контролеры тоже просят показать их, показать им свои карты, и они проверяют, скажем, легально люди зашли, либо пытаются проехать зайцем. Если вам видео понравилось, как обычно, палец вверх, оставляем комментарий, подписываемся на мой Перископ, на мой Инстаграм, остаемся в курсе. Пока!